Буэнос диас, мис керидос амигос, ядер нарастает на взгляд ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Пытаемся выбить самую шикарную концовку, какая только есть. Так что усаживайтесь поудобнее, хватайте ништячки и сделайте громче. Поскакали! Заранее сорян за немножко сбоящий голос. Ну, как могу. Ну и холодина, блин. Выходим. Все в порядке, лейтенант? Крис вчера дежурил в патруле. На него напали девианты. Говорит, спас его сам Маркус. Он не ранен? Ну, он в шоке, но живой. Охренеть. У меня дурное предчувствие, лейтенант. Зря мы сюда пришли. Предчувствие? А тебе на техосмотр не пора? О, здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Заметили, что актеры озвучки разные? Блять, почему на босиком? Сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Аманда. То есть она померла 9 лет назад? Excuse me, what the fuck? Милая девочка. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед Создателем. Как ощущения? Пока не знаю. Скажу, когда его увижу. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Мне найдется, что ему сказать. Я только сейчас обратил внимание, что он не в брюках, а в джинсах. Ждем-с, блядь. Как говорится, я с вашего позволения закурю. Не-не. Ебал ей сидеть. Так, вроде все.
Элайджа ждет вас. О, вылезла. О. Мистер Камский. Минуту, пожалуйста. Где он есть? А, вон он. Я, бать. Бассейн с красной водой? Чего, блядь? У меня немножко правая кнопка подглючивает, поэтому... Надо микрик менять. Кто-нибудь, кстати, поделитесь ссылочкой, где можно нормальные микрики притарить. Да то мышке уже 7 лет, как бы это... Пара ТО сделалась. Только недавно кабель перепаивал ломаный. Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Нужно понять, как андроиды становятся девиантами. Вам что-то известно об этом? Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? О как, до меня доебался. На чьей ты стороне? Причем тут я, мистер Камский? Я лишь выполняю поставленную задачу. Такой ответ предписывает программа. Но ты. Ты сам чего хочешь? Простите, я не понимаю, к чему вы клоните. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Ебучий философ. Просто пластиковая кукла. А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Нихуя. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная... машина. Ага. Или живая душа. Я, кажется, прохавал. Свою волю.
Все, хватит! Коннор, пошли отсюда! Спусти курок. Коннор! Нет! И я тебе все расскажу. Не стреляет. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества. Сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Значит, моральная дилемма вызывает активацию этой лазейки. Я посмотрел ей в глаза и не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все слил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал. Может, правильно. Может, правильно. Хер его, что называется, знает. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лукас, подписка. И до скорого. Адьюс, братва. До следующего эпизода.